ребятки, мы в кафе. Кафе называется «Кот в сапогах». Вот кто-то на меня пишет «Кот в сапогах». Сейчас пойдем. Ну, такой вот «Кот в сапогах». Попробуйте так пройтись по Брянску и быть таким вот котом в сапогах. Я буду за вас только рада. Смотрите, как красиво. Это мой Брянск. Это такая у нас красота. Посмотрите, интерьеры. Посмотрите, какая прелесть. Я вам сейчас поближе покажу. Просто вообще кафе удивительно. Это сказочное кафе. Это наш Брянск. Посмотрите, оформление какое. Вы гляньте, как красиво, да? Какие шторы нарядные. Вот такая я, Леночка Желанкина, с вами. Посмотрите, какая вот тут красота. Гляньте, на столе, как оформлено красиво. Все красиво, просто вот просто нет слов. И вон там моя мамулечка сидит. Вот мы пришли с ней. Пошли, кстати, в пенсионный фонд. И решили пойти в такое прекрасное кафе. Это Бежецкий район. Вот парк. Как парк называется? Парк «Юность». Возле бывшего ДК «Юность». Вот, кстати, вот за нами. Теперь пивной ресторан «Фабрика». Вот. Ну, в общем-то, красота, ребят. Посмотрите, какие интерьеры. Вы посмотрите, как красиво. Смотрите, какое оформление, да? Вот уютно. Вот приходишь, с детками можно. Просто взрослым. Вот мы взрослые. Я мама и дочка. Моя пришла. Монастроя. Мамочка моя, дочечка моя, вот она снимает. Наташенька моя. И я, Леночка Желанкина. Город Брянск. Вот все с любовью. Я не знаю. Просто вот можно вот сюда вот еще пройти. Вот сюда вот. Вот с ними покажи интерьер, пока я иду.